Открыть свое дело в Армении стало легче. Молодых бизнесменов поддерживает государство. Для этого в стране специально работает Национальный центр развития малого и среднего предпринимательства. Представители организации говорят, для того, чтобы получить средства, нужна лишь оригинальная идея и хороший бизнес-план. Продолжит Луиза Симонян. О собственном детском саде Хасмик Петросян мечтала много лет, но всегда не хватало денег. А полгода назад девушка обратилась за помощью к государству. Сейчас ее детский сад на окраине Еревана считается одним из лучших в столице. Детишек так много, что вскоре планируют перебраться в здание попросторней. Начинающим бизнесменам трудно получить финансовую поддержку. Местные банки, как правило, не предоставляют им кредиты. Я обратилась в Национальный центр развития малого и среднего предпринимательства. Два месяца посещала курсы, составила бизнес-план и смогла получить кредит с очень низкой для Армении ставкой – 10%. У Марселя Хазаряна уже была небольшая пекарня, когда он решил расширить производство. Обратился за помощью к властям и получил кредит в 6 тысяч долларов. За эти деньги купил новую печку и тестомешалку. Сейчас его пекарня кормит родное село Карениз и ближайшие деревни. Приходит время, когда ты хочешь начать свой бизнес, но не хватает средств. И мне очень помогла помощь государства. Сейчас я думаю расширять производство и снова участвовать в программе. Так как мой проект был успешным, мне могут дать уже более серьезный кредит. При поддержке государства за прошлый год в Армении появилось 170 новых компаний и выдано кредитных гарантий на сумму в 2 миллиона долларов. Половина из созданных компаний становятся успешными. Это хороший показатель, даже если сравнивать с развитыми странами. В этом году было принято решение увеличить максимальную сумму кредита. Теперь она равна 14 тысячам долларов. В первую очередь поддержку государства получат бизнесмены из регионов. В сельской местности не хватает гостиничных домов типа Bed and Breakfast, а также мини-заводов по переработке и консервированию фруктов и овощей. Луиза Симонян, Арман Симонян, Мир 24. За последний год поддержку от государства получили более 1000 армянских бизнесменов.